Диана, пошатай-ка. А, стук даже есть. Понятно. Короче, первая, блядь, причина — цепочка героям. Ну, грохот от нее и стоит, по ходу дела. Слышно, заебись. Пиздец, он. А? Пружины просели. Пружины — это где? На сцеплении. Вот здесь, да, они? Вот. А. Прижимаю пластину, короче. Блядь, их что, тоже надо заказывать или еще терпимо? Лучше заказать, надо зумовы. Они недорогие. Ну, раз разобрали, да, там. Ну, есть такие, около дела. У меня этих смысла нету, да? Можно оставить. Значит, менялась она, походу, когда-то что-то. Да? Ну да, видишь, они сильно не подожженные особо. Диски. Извини, так быстро.
здесь не видел. Ну они так подожжены чуть-чуть. Ну. Курзина. И вроде я сумму снимаю, это именно процесс. По аэроводам. Люфт подшипника, корзины. Небольшой. Подшипник. То есть сам подшипник надо менять тоже, да? Ну, да. Желательно и поменять. Что-то цепь какая-то провисшая, мне кажется. Да. А? Цепь масляного насоса подвытянулась. Нихуёво так подвытянулась, я тебе скажу. Никак её не подтянуть, да? Не. Так бы, да, одно звено убрал, заклепал по-новому поставил. Это не восход. Причем натяжитель, он даже это, он полностью вышел. Ой, вот это? Угу, Грэм, уже все, он уже максимально давил. Причем какой-то Вася в гараже его, походу, собирал. Натяжитель-то обратно нет. Ну, эта хуйня не отходит обратно, походу. Здесь не пазу стоит, но нож на своем месте, и она, получается, не работает. Они как цепь натянули, у них упашная, когда собирали его. Короче, цепь еще может живая, да? Ну как она не перескочила? Лучше конец. Повезло, да? Бля, нихуя себе. Я такого очень не встречал, конечно. Конечно, мощно, блин. Даже криво стоит, он цепочка собрал. Видишь? По краю натяжитель, я... ну. Идет, да, где она должна быть? А, сам должен быть. Ага. Понятно. Походу пьяные собирали его. Ну это нормально для мотоциклиста. Самое интересное, это может демпфер. Демпферная пружина. Так-то ездят с такими пружинами. Блять, ну их заказывать, это, во-первых, будет идти миллион лет. Нет, это пройдет в горе уже. Она не разбирается. Короче, это дорогое удовольствие. Смотрим, что мы тут имеем. Что мы тут имеем? Ох, нихуя, как он думает. Что там? Блять, грязный. А, я думаю, блин, что там? Эффект какой-то. Тут, кстати, какая-то какашка упала. Ну это потом помоется, да? Чё?
ты поймешь. Это так, это что у нас? Масляный заборник. А, масляный заборник. Ну-ка, что-то как-то тут масло-то есть на сетке? Ну что-то она как-то не стекает туда. Хуёво, тоже там промывать надо. Что-то грязи тут дохуя. Дохуя. Откуда она, Откуда она? Герметик, куски вкладышей, блин. Ну или вилки этой. Ну, скорее всего, эта вилка, когда разъебываться начала, у тебя вторая передача. Ну да, стружка полетела нам. Да. Так, вот мы видим уже вилку. Блин. Ну-ка, да? Это как раз какая? Правая, да? Это центральная. Центральная, да. Правая, левая. Угу. Вот сейчас еще. Туда, да? Ничего не залетело. Вкладыш остался на месте, блин. Раз, два. Так, где вкладыши? Ну, вкладыши есть. Ага. Здесь нету. Вот он. Здесь, короче. Что, его обратно туда просто надо будет, еще ему пиздец. Они неправильно стояли, им пизда. Всем вкладышам пизда пришла. Угу. Видишь, все, пизда и вкладыш. Он неправильно стоял изначально, видишь, даже вот это тут начало проворачивать. Чуть не повернуло, еще бы чуть-чуть и все. Пошла душа в рай. Что это? Что этому пизда? Короче, комплект вкладыши. Они долго ехать будут? Сколько они стоят? Блять, ехать-то месяц. Это хуёво. Ну ладно, посмотрите, может есть за неделю, за две придут. Ну, в любом случае, вариантов-то нет других, да. Болты, по идее, вот тоже новые вот эти надо будет. Комплект. Причем болты не родные стоят. Угу. Они должны быть, блядь, такие. Ну, видимо, поменяли тоже так же. Все создали, видимо. Заказали на тест. Это не оригинальные болты. У них обычно идут эти с винтом еще, чтобы тянулись они.
курсе. Ну, вкладыши тоже говорили, угадали, но кто-то угадал. Звездочки, нацельность проверить, да? Они попизженные у тебя. Пизда вот. Ты не довключал, видишь? Вот, она получается вот. И улетала. А. Вот так вот. Все. Слизано здесь. Все. Шестерня зализана. Зализана где? Зализана. Здесь, видишь? О, внутри. Вон, где зацепы вот эти. Mm-hmm. Зализана. Еще так около дела. Эта шестерня тоже пизды получила. На какой передаче она получила? На пятой, блин? Второй. Второй. Все, у нас вторая, сука. Дема преподнесла. Причем люди-то, кстати. Не родные сейчас уже. Не, родные. Рюмки-то нормальные. Нормальные рюмки, на удивление. То есть что, в шестернях проблема получается? И в шестернях, и в копирном валу. Копирный вал. Это где? А, вот он стоит. А-а-а. Заебано там, стопудово. Вот заебаны, вот здесь. Видишь? Вот. Mm-hmm. Это уже дефект пиздец, да? Это да, и меня чего надо. Кто-то наваривает, кто-то восстанавливает, хуй хуйней занимаюсь. То есть из-за него вылетало из-за звезды вот этого. С шестеренки точнее. Ага. Но вилки менять не надо, да? Не целые. Не, вилки, кстати, повезло тебе. Ты что, вилки дорогие? Да? А? Да. Дороже, чем все остальное. Ну да, их видишь, выплав как бы сложный, видимо. Хотя вот эта поебень тоже стоит, как ты говоришь. Тоже стоит денег, да. С бушного-то нету ничего. Цельного. Копирный вал. Ну, есть выработка, но... Ну, такая тоже, блядь. Получше, чем остальное, все как новое. Так это опять же в районе второй передачи получается, или что? Да. А? Да-да-да. Что, мы поставим, то же самое будет потом? Нет. Сначала-то не будет. Сначала-то понятно. У него-то есть проблема была, вот в чем. Передача-то. Mm. Сносилась вилка. Надо по ценам прикидывать, что, блядь, выгоднее, что не выгоднее. Сколько ждать, блядь. Ну, в принципе, на сегодня, я думаю, хватит. Да? Угу. То есть поршневую завтра полезем? Поршневую видно же отсюда. А. Ну, задир есть. Незначительная. Задиру только не вижу. Не, нормально поршневая, по сути. Еще голову скинем когда-то. Mm. Масло голодания не хапало особо. Ну что, могу сказать, по поводу рюшков. Сцепление
гремело у тебя, играем гремел. Угу. И начало вкладыши разъебывать. В итоге что, замена вкладышей, корзины, угу, цепи ГРМ, оно. Собрать нормально, чтобы все работало. Пусть ездит. Осталось только определить, сколько времени займет. Там и срезать.